ஸ்மோக்கிங் காசஸ் கேன்சர், ஸ்மோக்கிங் கில்ஸ். புகைப்பிடித்தல் புற்றுநோயை உண்டாக்கும் மற்றும் உயிரை கொல்லும். கன்சப்ஷன் ஆஃப் ஆல்கோஹால் இஸ் இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த். மது அருந்துதல் உடல் நலத்திற்கு கேடு. பி சேஃப், டோன்ட் ட்ரிங்க் அண்ட் டிரைவ். பாதுகாப்பாக இருப்பீர், மது அருந்திவிட்டு வாகனம் ஓட்டாதீர். Эй, в машине кислота, а ты куришь. Выброси. Ты не даешь мне даже покурить. Что для тебя важнее, курево или твоя жизнь? Моя жизнь. Ах да, кто этот человек, что все так идеально спланировал? Его зовут Рави. Рави, лучший головорез в Тамилнаду. На свете много людей, которые занимаются преступностью, но лишь немногим удается скрыть преступление. Брат, он может орать, пока мы будем его убивать. Каково это? Чувствую себя так же, как если бы слушал музыку Илайя-Раджи. Проверь, та ли это песня. Сэр, мы собираемся совершить убийство, а эти парни ликуют. Вы сказали, что не хотите участвовать в этом, тогда зачем вам ехать, босс? О некоторых убийствах приятно слышать, на некоторые приятно посмотреть. Я хочу увидеть, как его убивают. Майк, где мой брат? Эй, открой, открой! Эй, брат уже добрался до Мумбаи? Добрался, босс! Нет, Гуна, мы поедем в Мумбаи, как сказал брат. Мы только что прибыли. Эй, слезай и приведи его. Эй, выруби свет. Иди делай то, что я велел. Достали меня эти ежедневные зверства этой крысы. В доме полно щелей. Как эта крыса опять пробралась? Эй, ты выйдешь или нет? Брат, пожалуйста, я опаздываю в колледж, брат.
Мам, смотри, он не выходит. Вели ему выйти. А ты не знаешь, что надо раньше вставать? Спишь до последнего, а потом дерешься с ним за туалет. Эй, Парус, выходи. Кончу, скажи своему мужу, чтобы он нашел дом с двумя спальнями и туалетом. Да, уже бегу. Вот твой брат, ему и скажи. Кому? Ему? Вот еще что, уйди. Свали. Вали, вали. Ты забываешь, что разговариваешь с будущим субинспектором полиции. В один прекрасный день я обязательно тебя накажу. Ты ничего не сможешь сделать. Исчезни. Мама, накрой мне, я голоден. Тарелку. Съешь самбар. Спасибо. Эй, ишь, возгордился. Субинспектором он станет. Ты ведь только написал экзамен. Ты станешь субинспектором только как сдашь экзамен, пройдешь обучение и получишь должность. И что ты будешь делать, даже если станешь им? Ты просто скажешь: «Констебль, купите овощи. Констебль, принесите мне чай. Констебль, примите жалобу». Эй, я не такой офицер, как ты думаешь. Субинспектор криминального отдела. Рассказать тебе одну интересную криминальную историю. Слушай внимательно. Валяй. В одном доме произошло убийство. Будь свидетелем этого убийства, как бы ты меня допрашивала. Давай, предположим. Ладно. Эй, что ты там видел? Эй. Прости, прости, что вы там видели? Так-то. В доме лежало два тела. Один был жив, а другой мертв. Живой убил другого. Я не понимаю. Я тебе доходчиво объясню. Слушай, когда человек решается убить другого, значит, он мертвец, не так ли, сэр? Ладно, как он убил? Ну? О, боже, нанес удары ножом, дурочка, ну что за вопрос? Спроси лучше, зачем он убил? Ты доказываешь, что ты жена полицейского, неплохо. Ладно, скажи, почему он совершил убийство? По двум причинам. Во-первых, он, видимо, был на эмоциях и убил его. Во-вторых, он убил ради выгоды. Какая разница между ними? Мама, мы оба ссоримся. Что если ты дашь мне пощечину, а я в гневе пырну тебя ножом? Нет. Я нанесу ножом. Убери нож. Это убийство, совершенное на эмоциях, без моего ведома. С другой стороны, решение убить тебя было принято после планировки. Связать тебе руки, перерезать шею, убить тебя, как псих. Эй, и то, и другое убийство перед законом. Это не так. Что? У первого убийцы есть немного человечности. Второй убийца был зверем без всякого милосердия. Тот, кто убил, не имея другого способа спастись, и тот, кто убивал других ради пропитания, между ними есть много различий. Вместо того, чтобы раскрыть преступление, с какой точки зрения мы смотрим на это? Это квалификация хорошего полицейского. Эй, это мой сын, полицейский. Хватит, хватит. Подвези меня, я опаздываю в колледж. Подбрось меня. Я поехал, мам. Идите, идите. Эй, Парус, ты забыл папин обед. Давай, мам. Возьми. Эй, давай пошустрее. Зачем так спешить? Я опаздываю. Господин Си, сцена преступления потрясающая. Ты тоже слышал? Тебе не обязательно быть копом, у тебя большое будущее в качестве кинорежиссера. А ты тогда кто, герой? Побыстрее, брат. Что такое? Блин, слезь-ка. Что? Колесо спущено. Нашел время. Да я что могу сделать? Сама виновата, что слушала тебя. Дварка, давай, поехали. Чего? Тебе ведь нужно в колледж? Ты что, довезешь меня раньше, брат? Что он подумает обо мне? Он ничего не подумает. Поехали. Эй, подбрось ее в колледж. Эй, отдай сумку. Поехали. Алло, Телопати. Мой байк спущен. Нужно отвезти обед папе. Можешь приехать? Я и сам в том же положении. О чем это ты? Я не понимаю. Постой. Послушай, со звуковыми эффектами. Ты дал? Сестра, сестра! Ты дал? Ты дал, скажи. Не бейте по лицу. Где ты тут лицо видишь? У меня тоже есть вопрос. Ты дал любовное письмо одной и той же девушке 26 раз? Эй, кастрюлеголовая, что это за улица? Тирувика нога. Я отдал 23 раза. Ты неправильно посчитала, проверь. Сам напакостил и смеешь нести вздор? Она похожа на актрису Римы Сына с фильма «Минале». Поэтому я и дал. Почему вы говорите, что нельзя писать любовные письма с одной области на другую? Но в колледже парни со всех мест собираются вместе, учатся и веселятся, разве нет? Будешь перечить мне? Дядя,
Я потерплю на этот раз, поскольку вы отец девушки. Если переборщите, я ударю вас в ответ. Я ее отец. А кто ж вы тогда? Я влюблен в нее без памяти. Влюблен? В эту девушку? Алло, Телепати, ты тут? Он тоже достает. Чувак, похоже, сегодня это не закончится. Массаж может быть жестким. Я приеду, если получится. Я враг для твоей любви? Да. Тогда бейте меня. Что это? Ты пришла на работу в банк или на показ мод? Не смотри так. Займись делом. Ясно тебе? Пошла вон. Митили, он тебя зовет. Простите, да, сэр. Входи. Вы звали меня, сэр? Метели, не называй меня сэр. Вы управляющий, и к тому же старше. Поэтому можешь называть меня по имени. Без возражений. Ладно, говори. Что я должна делать? Может, мне тоже переспать с тобой? Прости, Митили. Иди, возвращайся к своей работе. Спасибо. Для начала перестань рыдать. Работы много, и заработай репутацию. Хочешь быть хорошей? Угождай ему. Вот что из этого выйдет. Будешь подлизываться, он будет ждать, что ты переспишь с ним. Это нам решать, будет он нас уважать или нет. Да, мам. Митили, семья жениха уже ждет тебя здесь. Сколько времени нужно, чтобы отдать письмо с отгулом? Он разве не подчинился, мама? Будешь непочтительно говорить о своем отце, твой язык сгниет. Попроси его оставить меня в покое, мама. Если через полчаса не приедешь домой, я приведу этих людей в твой офис посмотреть на тебя. Твои ровесницы уже замужем и имеют детей. Почему ты так непреклонна? Ты что, хочешь ребенка? Повесь трубку. Я рожу ребенка через 9 месяцев. Я тебе устрою, только вернись домой. Возьми трубку. Езжай потихоньку, дорога не очень. Тебе не надоело годами любить одну и ту же девушку? Нет, я вот каждый месяц влюбляюсь в новую девушку. Она тебя замечает? Это меня не заботит. Тогда нет ничего плохого в том, чтобы врезать тебе, чувак. Эй, рикша! Авария! Эй, выходи! Эй, что ты наделал? Телепати, слезай. Это ты? Телепати, ребенок. Я не видел. Эй, возьми ребенка и отправь его. Хорошо, сэр. Пошли. Стоять. Отдай мне ребенка. Брат, здесь поблизости есть больница? Я знаю. Он пострадал. Мы все сделаем, отдай. Сэр, ребенку надо в больницу. Эй, ты что, не понимаешь? Мы позаботимся. Уходите давайте. Брат. Брат. Эй, рикша. Сэр, иди сюда. Пожалуйста, уходи. Давайте, я все улажу. Уходите. Идите. Ты с детства не расставался. С ланчбоксом и со мной. Здравствуйте, сэр. Ты знаешь его? Ты не видишь, он стоит здесь. Отвали. Глянь на его пузо. Дядя,
Проходи, Парус. Ты принес обед отцу? Где папа? Он сзади. Кто взятки не берет, сидит сзади. А вы спереди. Я имел в виду за полицейским участком. Иди, тупица. Тупица? Пойдем. Ты вроде сказал, что твой дядя писатель. А он занят рисованием узоров. Не знаешь, кого твой отец бьет сзади? Я неуважительно отозвался о его отце? Говори правду! Сэр, мне больно! Говори правду! Говори! Говори! Странно, твой отец его бьет. Он был таким сильным? Помолчи. Папа! Чего? Мама передала тебе обед. Возьми, отнеси. Давай мне Парус. Папа! Что? За что ты его так сильно избиваешь? Не знаю. Начальник приказал мне бить его, вот и выполняю. Тебе лучше уйти. Начальство велело избить его? Он избивает его, не зная причины. Если он узнает обо мне. Отвечай. Не бейте, сэр. Телепати. Отдашь еще письмо? Не отдам, дядя, не отдам. Нет, дядя, не буду. Телепати. Телепати. Мамочки. Что с тобой? Даже Иисус был прибит только один раз. А твой отец прибил меня раз пять. О чем ты? Объясню, идем. Чего? Слушай, ты хочешь работать в полиции? Да, а что? Если устроишься на работу маляром с твоим ростом, то получишь больше денег. Не соглашайся работать в полиции, она не принесет пользы. Чтобы ты и дальше передавал любовные письма, я не должен вступать в полицию? Пошли, тебя и прибить не жалко. Ты и твой папа только и знаете, как избивать. Что, Парус? Из машины вываливается... Парус, здравствуйте. Здравствуйте. Ты не хочешь поступить на службу в полицию? Твоя борода, усы, браслет. Ты очень смахиваешь на хулигана. Сэр, кто сказал, что те, у кого борода и усы, хулиганы? Поступив на службу, я буду таким, каким пожелаете. До тех пор буду таким, каким хочу. Я сказал с осторожностью, поскольку хорошо тебя знаю. Так ты говоришь, будешь высшим должностным лицом? Твой отец сзади? Да, сэр. Иди. Пошли. На его голову, как медовая конфета. Эй, инспектор приехал. Иди сообщи. Да, сэр. Приведите его. Тащите сюда. Инспектор разговаривает грубо. Куда он бежит? Куда уставился? Заходи. Шагай. Не толкайте меня, сэр. Они сменили человека. Заходи. Сэр, сэр. За что вы его арестовали? Он напился утром и совершил аварию. А что? Сэр, это не он. Три парня. Кто ты такой? Убирайся. Сэр, он сын констебля Панусвами. Выведите его. Выведите. Идем. Пошли, заприте его. Подойди сюда. Заведи дело, как я и сказал. Пойдем. Возвращайся домой. Вы идите, я отведу его. Пойдем. Папа, ты тоже мне не веришь? Я тебе верю. А теперь уходите. Поговорим дома. Сынок, ты должен понять. Все эти ребята из богатых семей. Мы ничего не можем сделать. Ты знаешь, дядя? Ты знаешь, откуда в этом мире берутся преступники? Они думают, что есть кто-то, кто их отмажет. Сегодня мы все вместе создали трех преступников. Я поехал, папа. Будь осторожен. Езжай. Мы должны сделать что-нибудь, чувак. Чего ты паришься? Твой брат советник, расскажи ему. А мы кто? Это уже привычное дело для легавых. Брат, чай! Брат, это твой байк там припаркован? Да, а что? Там двое ребят скоро сожгут его. Иди погляди. Подержи-ка, я сейчас вернусь. Эй, голубой буйвол, вы что тут устроили? А ну слезли! Эй, он закончит курить и встанет. Свали. Чего? Ты уйдешь или мне спалить твой лес? Мой лес? Он еще тут. Я сказал слезь. Что тут происходит? Я попросил слезть с байка, а не угрожать спалить мои волосы. Вы чего тут вообще собрались? Мы слезем как курнем, идите. Телепати, они сказали, что встанут как покурят. Пойдем. Почему ты их остановил? Посмотри на них. Когда я сказал, они противились, а когда ты сказал, молча подчинились. Быть богатеньким — это всегда здорово. Все эти ребята из богатых семей. Мы ничего не можем сделать. Эй, я что тебе сказал? Геройничать вздумал? Эй! Thank you.
Телефон зарядился? Да, брат. Эй, Сатиш, спасибо. Давай. Да, Митили. Где ты? Мне долго тебе звонить? А что? Твой тесть снова привел какого-то жениха. Если еще кто-нибудь придет в этот дом, то все. Ладно, брось. Повесь трубку, я приеду. Талапати, еще проблемка нарисовалась. Панир привел жениха? Да. Он неплохо заработает, если станет посредником. Эй, она непреклонно хочет выйти за тебя. Почему же он разгневан? Я говорил тебе, когда мы учились. Давай кинем ему в лицо камень. Ты меня послушал? Парус, Митили расскажет о нас? Ты же знаешь, что мы влюблены с 6-го класса. Само собой нет. Сэр, это письмо было в блокноте вашей дочери. Все ученики школы говорят, что это письмо дал он. Мы спрашивали вашу дочь, но она ничего не говорит. Попросите ее согласиться с тем, что они дали это письмо. Я дам ТС и отправлю их обоих. Он отдал тебе письмо. Не говори, не говори, не говори. Я тебя спрашиваю. Да, папа. Он дал мне. Эй, она выдала нас. Ты сказал, что это бесконечная любовь. Сначала дайте им обоим ТС. Эй, вы оба идите сюда. Быстрее. Посмотри на них. Протяни свою руку. Но на прошлой неделе я дала ему письмо. Он просто ответил на него. Панир, ваша дочь согласилась? Лучше свести их. Считаешь себя достаточно взрослым? Ты только учишься в средней школе. Ты еще не дорос. Какая любовь в таком возрасте? Возомнил себя взрослым, раз отрастил моржовые усы. Сначала заработай на жизнь, потом мы поговорим о браке. Он будет есть только хрустящую досу. Что это? Посмотри, Талапати, это моя зарплата за первый месяц. Вместо того, чтобы отдать маме, я отдаю ему. Скажи ему. Подай мне чатни. Эй, он что, на телугу говорит? Он говорит на тамильском. Вы сказали, что жените его, если он устроится на работу. Он даже зарплату отдал. Выдайте за него свою дочь. На какую работу? Подавать еду одному лакху людей. Что? В смысле одному лакху? Что за компания? Свиги. Это компания по доставке еды? Да. И вы гордитесь этим? Какой работой вы бы еще гордились? Мне нужна постоянная работа и постоянный доход. Мне нужна уверенность, что он будет хорошо заботиться о моей дочери. Если так, то ему следует заняться политикой. Мне это не нужно. Бросьте досу, вставайте. Я стукну вас по лицу, вставайте. Я наблюдаю за вами с самого детства. Вы находите оправдания и постоянно пытаетесь их разделить. Дружище, вы двое не поженитесь, пока он жив. Я убью его и сяду в тюрьму. Ты женишься на ней и будешь счастлив. Эй, убери от него руки. Она тоже раздражает. Ну что, пришла? Вот-вот придет. Я не об этом. Я спрашиваю, к тебе пришла идея? Рассказать тебе идею? Слушай, я не хочу больше видеть Панира, поэтому... Давай проведем операцию. Операцию? Эй, это не то, подойди поближе. Если вы с Митили хотите пожениться, у меня есть отличная идея. Со звуковыми эффектами. Звуковыми эффектами? Это должен дать ты. Сколько DVD мы посмотрели в детстве, а это сработает? Сработает ли это для тебя? Посмотри сюда. Кого он бьет между проводами? Как давно вы следите за нами? С момента, как остановились. Чувак, зачем вы снимаете это на видео? Для моего YouTube-канала. Брат, пожалуйста, удали это. У нас нет времени, пойдем. Не сейчас, не лучшее. Возьмем байк. Посмотрим, сработает ли. Веди себя разумно. Почему тут так много туфель? Чувак, я в доме Панира. Если будут проблемы, привези ребят на машине. Эй, Панир, в доме какое-то мероприятие? Вы никогда не зовете нас. Хватит разглядывать, поднимайся наверх. Ступай. Попроси тетю принести кофе. Сэр, чего? Кто эти люди? Электрик, идет соединять проводку. Вы создаете неудобства. Подожди, я вызову полицию. Эй, дай мне телефон. Слушай, Панир, зачем вы злитесь в преклонном возрасте? Возьми, это мой номер, позвони в полицию. Не позорь нас, открой дверь. Паршивец ты, зачем сюда пришел? Дорогой, подойди, спроси его сам. Митили. Эй, эй, что ты делаешь? Нет. Панир, видите, как чудесно она затащила его внутрь и заперла дверь? После этого вы ничего не сможете сделать. И что же нам сейчас делать? Тот парень сидит снаружи. Хочу, чтобы он сбежал от страха.
Я могу делать все, что хочу? Тогда начнем. Митили? Эй! Открой дверь, Митили! Почему ты нас позоришь? Не стоит делать это до брака. Родители за дверью. Боже! Что, жених? Наверху слышен какой-то шум. Что это за шум? Когда в комнате девушки парень, будет доноситься голос Писаджи Судаса? Тетушки, вы не знаете? Вы не можете сказать жениху? Нет, ты оскорбляешь мою семью по самое некуда. Эй, помолчите. В момент, когда он туда пошел, честь вашей семьи была разрушена. Уходите. Что нам тут делать? Вставайте. Уходим. Кто вы? Посредник. Он мой отец. Твой отец? Мистер Панирсельван, вы позвали нас домой и опозорили. Вставайте, пошли. Сейчас пытаюсь почистить апельсин, не выходит. Идите, ни слова больше. Митили. Неужели я тебя родила? Откуда мне знать? Это по твоим словам? Господи. Впредь выдавайте свою дочь за того, за кого захотите. Пойдем, Талапати. Ты иди. Панир, долго же вы пытаетесь вызвать полицию? Приехала? Я звонил последним. У меня нет денег. Верните! 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 Верните наши подземные воды! Верните наши подземные воды! Верните! 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 Верните наши сельхозземли! Верните наши земли! Не пейте! Не пейте! Не пейте! Не пейте! Не пейте наши подземные воды! Они говорят, будут поститься до самой смерти. Они умрут? Не им решать это должны решать мы. Не загрязняйте воздух, который мы дышим. Вы говорите, будете паститься до смерти. Разве это по закону? Справедливо ли управлять заводом и убивать тысячи людей? Когда вся ваша политика и закон были на стороне простых людей? Во всем мире политика и закон для людей. Но только здесь. Люди для политики. И для тех, кто у власти. Сэр, вы можете отвезти ребенка в больницу на лечение? Лечение? Без вариантов. В любом случае, я умру. Но никто из других детей не должен умирать. Это моя судьба — умереть. Зачем ты выключила телек? А что с того? Ты сумасшедшая? В стране столько проблем. Дай мне. Дай не пульт. Дам. Не дам. Куда ты? Мама. Отдай пульт. Эй. Мама. Ты начала. Мам, скажи ей, пусть отдаст. Это дай важно. Дай ему. Дай. Дай. Нет. Дай пульт. Нет. Что теперь? Собираешься решить все проблемы в стране? Парису там борется против Недунчезьяна. Для него завод был единственной проблемой. Это одна из нескольких проблем, которые мы наблюдаем. Что это, мама? Он говорит о важном деле. Отдай ему. Нет. Отдай ему. Нет. Отдай пульт. Нет. Отдай пульт. Бери. Новости продолжатся после рекламной паузы. Новости закончились. Хочешь посмотреть новости? Да, хочу. Подожди. Наш шеф прислал видео от Кайласы. Я переслала тебе. Кайласа? Приятного просмотра. Подожди, я посмотрю. Если один учитель не может преподавать все предметы, как может один ученик выучить все предметы? Как тебе? Если будешь посылать мне мирские сообщения вроде этого... Подожди. Я заблокирую тебя. Валяй. Свали. Сам свали. Я до последнего боролся за то, чтобы народ узнал про этот завод. Я не могу. Они просят у меня доказательства. Мой сын доказательства. У него рак крови. И поэтому вы будете голодать, пока он не умрет? Только когда кто-то умирает, вы приходите с микрофоном. Дым, исходящий от этого завода, смешивается с воздухом, который мы дышим. 10% воздуха токсичны. Отходы с этого завода стекают в канал и опустошают наш город. Содержание водорода в нем увеличилось на 8-10%. Знаете ли вы, что произойдет, если оно превысит 10%? Что такое гидросульфат натрия? Погуглите, чтобы узнать о его воздействии. Как страна может процветать без фабрики, сэр? Вы все из Ченнаи? Да, сэр.
Кто был на берегу реки Кулум в Чинае 50 лет назад? Бедняки. Кто там сейчас? Все те же люди, сэр. Куда делось стремление к развитию? Эта страна стремится удержать угнетенных в той же позиции. Вам следует приехать сюда. Кому, сэр? Кому мы отдаем свои голоса? Депутату, члену парламента и, самое главное, не дунчизиян. Если не придут, не придут. А мы будем бороться до конца. Мы будем сражаться. Мы будем сражаться. Мы будем сражаться. Мы будем сражаться до смерти. Мы будем сражаться до самой смерти. Мы будем сражаться. Послушай, лидер очень уважает вас и вашу семью. Не позорьте свое имя ради получения места члена парламента. Будьте осторожны, по крайней мере, до выборов. Одной этой темы достаточно для оппозиционной партии и СМИ. Они будут порочить вас. Примите поскорее решение по вопросу Парисутама. Я умен. Я жду момента, чтобы ударить его. Тебе не стоит беспокоиться о мелких сошках. Если завтра они получат другую новость, они забудут об этом. Проследите, чтобы счет 4 не превратился в счет 4000. Вы не одни умные. Он тоже ведет себя умно в этом вопросе. Папа, пока твой папа выпрашивал денег на улицах, наш лидер дал мне этот завод, чтобы я кое-как смог выжить. То, что пришло после этого, были деньги, власть и влияние. Это корень нашей семьи. Достоинство. Выпустить этот завод из наших рук. И смерть твоего отца одно и то же. Есть много типов людей. Одни живут с самого рождения. Другие не знают, для чего они живут. А некоторые живут ради амбиций. Лишь немногие живут ради достоинства. Достоинство — это жизнь твоего отца. Папа, я сохраню твое достоинство даже ценой своей жизни. Не волнуйся. Эй, где он сейчас? Химия. Она была изобретена человеком для спасения человеческой расы. Но сегодня она выросла до такой степени, что уничтожает нас. Причиной этого является политика и власть. С момента начала производства на заводе воздух становится токсичным. Отходы сбрасываются не только в реки, озера и пруды, но и в грунтовые воды. Мы выращиваем пищевые продукты в этой воде. В воздухе, который мы дышим, в воде, которую пьем, и пище, которую едим. Эти химикаты так или иначе достигнут человека, утверждает наука. Сегодня у каждого человека есть болезнь. Следующему поколению мы оставим только лекарства. Хватит. Единственный человек. Для того, чтобы жил один человек. Он превратил город в кладбище, а все просто молча наблюдают. Все дело в том, что у него есть деньги и власть. Никто не придет, чтобы помочь нам. Мы должны сами себе помочь. Где гарантия, что происшествие с моим ребенком не произойдет с вашим? Мы позволим нашему будущему поколению жить или умереть? Подумайте хорошо. Мне не нужны деньги или власть, чтобы победить Нидун Чизияна. Хватит того, что вы все будете со мной. Я одержу над ним победу. Вы со мной? Эй, пойдемте отсюда. Он говорит, как сумасшедший. Кто? Он сумасшедший? Убирайся отсюда, мы будем с вами. Вы смело шагайте вперед, мы за вами последуем. Мы последуем за вами! Мы последуем за вами! Мы за вами! Нидун Чизияна ждет провал! Провал! Нидун Чизияна ждет провал! Провал! Брат, он начал собирать людей. Нидун Чизияна ждет провал! 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 Ты собрал людей. Думаешь, он оставит тебя, если узнает? А что он сделает? Убьет меня? Пусть убьет. Я всего лишь комар. Я жертва, пострадавшая от них. Я буду бороться до тех пор, пока могу. Завтра пострадает ягненок, потому что оно будет бороться до тех пор, пока сможет. Однажды пострадает лев. Они могут убить комара, ягненка, собаку и волка. Но льва им не победит. Эй, Парус! Что Талапати? Сестра плачет внизу. Узнай, в чем дело, пошли. Эй, что произошло? Почему ты плачешь? Что это за мяч?
Говори. Приятель, бросай мяч. Чувак, твоя девчонка. Эй, бросай. Бросай. Эй, отличный бросок. Кто он? Разгуливает себе. Эй, меня хочешь задеть? Я тебе задам. Эй, чувак, она не боится. Эй, отдай мяч. Отдам через своего брата. Чего? Своего брата? Думаешь, я боюсь твоего брата? Я буду играть здесь. Отправь поскорее. Брат Сильвамагуна влюблен в меня. Он говорит, что женится только на мне. Он хочет поговорить с тобой, обсудить наш союз. Он на игровой площадке. Иди, брат, иди. Иди поговори с ним. Эй, Гуна! Эй, подожди! Как ты посмел тронуть мою сестру? Эй, кому ты... Приятель, зачем ты злишься по пустякам? Он ударил меня! Хватай его! Эй! Бейте его, все! Моя рука! Рука, рука! Отпусти меня! Моя рука, рука, рука! Пусти! Я-то ожидал, что ты побьешь его, играя в кабадди. Это не кабадди! Он сломал мне руку! Сломал руку? Ладно, хватит, пожалей его, оставь! Хватит, оставь его! Ты скоро будешь полицейским, тебе не стоит злиться! Эй! Так как ты мой шурин, мои ребята отпустили тебя, а то убили бы! У них с собой оружие! Они убьют тебя, будь осторожен! Это простое дело. Давай я сам поговорю с ним. Просто погоди, я скоро. Ну что, чего тебе? Гуна, ты просто носишь оружие с собой. Но посмотри на него, он сам как оружие. Он разнесет вас всех в пух и прах. Лучше продай все оружие и займись лечением своей ручонки. Ладно? Прости, Гуна. Ты меня не слушаешь. Иди к себе. Эй, постой! Ты собрался стать полицейским или хулиганом? Я хочу сначала стать человеком, папа. Кто-то совершает убийство и избегает на наших глазах. Вместо него вы задерживаете другого. Вы хотите, чтобы я молчал при этом всем? Кто-то пристает к моей сестре. Я не труп, чтобы закрывать на это глаза. Эй, возьми. Сначала вытри лицо. Может, помолчишь? Иди к себе. Иди к себе. Ты не можешь стать полицейским, если будешь злиться. Я это знаю, папа. Если став полицейским, ты достанешь пистолет и застрелишь кого-нибудь, то станешь убийцей. Безусловно, я выстрелю, папа. Ты не понимаешь, куда приведет тебя твой гнев. Если ты ударишь его, он ударит тебя в ответ. Иначе он подаст заявление в полицию. Если возбудят дело, то ты не сможешь стать полицейским. В порыве гнева ты убьешь его. Через 5 лет его там не будет. Там будешь ты. Я, как твой отец, советую тебе не связываться с хулиганами. Для этого мы тебя родили. Насилие, которое говорит, что нужно терпеть насилие, это худшая форма насилия из всех существующих. Так ты не собираешься угомониться? Это зависит от моего врага. Что произошло в тот день? Когда? Когда твой парень забрался к тебе в спальню? Ничего не было. А что? С такими звуками из спальни ничего не было? Кто тебе сказал? Твоя мама. Мама.
Я же говорю, ничего не было. Он приличный, это все. Приличный? Я не понимаю. И что? Хочешь знать, что было в тот день? Да? Да. Эй, это неправильно. Нельзя делать это до брака. Родители стоят за дверью. Пожалуйста, не надо. Здравствуйте, босс. Не пей больше, у тебя будет сердечный приступ. Ты играешь? Ответь на звонок. Слушай, Метели. Могу я тебя спросить? О чем? Давай поженимся. Эй, для тебя это стало обычным делом. Подожди пару дней. Сколько? Ты должен устроиться в полицию. И только после свадьбы твоей сестры мы сможем пожениться. Но это же долго. Я не могу столько ждать. И что ты предлагаешь? Лучше давай проведем первую ночь, а потом поженимся. Что скажешь? Хорошая культура. Эй, почему ты не отвечаешь? Алло? Эй, ты в своем уме? Кто научил тебя такому? Это ее отец, панир. Смотри, он идет как лев. Проходите, панир. Вы пришли позаниматься в спортзале? Я пришел поговорить о свадьбе своей дочери. О свадьбе? Тоже них? Парень, сидящий на диване, который не умеет чистить апельсины, приехавший из Америки? Нет. Тогда кто? Жених из нашего города. Из нашего? Приготовься к другому бою. Будет правильно, если мы придем с вещами. Нет необходимости. Я его хорошо знаю. Хорошо знаете? Мы разгромили весь ваш клан. Кто же он? Это... Парус. Что? Парус? Эй, панир! Все эти дни вы были непреклонны, а теперь вдруг изменились. В чем дело? Если я и дальше буду мешать, мы убьем вас. Эй, это ты так сказал прошлой ночью. Твой тесть. Давай, подыщем благоприятный день и заключим брак как можно скорее. Хорошо? Попроси своих родителей прийти к нам. Я пойду. Эй, панир, вы сообщили отличную новость. Закажите два пивка. Эй. Парус, теперь твой путь свободен. Впредь не изводи меня. Ладно, тебе хорошо оставаться. Панир, не тащи пиво наверх.
Кришна не присутствует в классе. Он занят на занятиях в столовой. Эй, твоя любовь идет. Где? Эй, ты признался ей в любви или нет? Нет, не раздражай. Он пустозвон, чувак. Ты видел Кришну? У него была миссия на 2 месяца. Он заставил Дивью влюбиться, отвез ее в Махабалипурам. Насладился близостью и снял все на видео, чувак. Позвать ее? Дружище, она нас не примет. Эй, Кришна, она симпатяшка, правда? Мы должны ее уломать. Эй, слезай. Слезай. Ты неисправима. Эй, в чем проблема? Почему так себя ведешь? Я с ней разговаривал. Файзал! Почему ты теперь плачешь? Почему плачешь? Прекрати плакать. Ты плакала, когда твой брат сломал мне руку. Нет ведь? Тогда сейчас почему? Я начинаю злиться. Лучше прекращай плакать, иначе я его порежу. Я не буду плакать. Пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста. Смотри сюда. Я тот еще псих. Я сам не знаю, что я могу сделать. Если я снова увижу тебя с ним, я зарежу его. Эй, поехали. Файзал. Эй. Его жизнь в твоих руках. Поехали. По какому делу, брат? Это моя сестра. Ваш брат уже давно докучает моей сестре, в которую влюбился. Если она действительно любит вашего брата, вы устроите брак. Он мучает меня. Я даже в колледж не могу ходить спокойно. Я должен вступить в полицию. Тогда вы не должны спрашивать меня, почему я не донес на вас. Поэтому я пришел сюда. Дружок, забирай ее и возвращайся домой. Я сделал ему выговор. Я уже дважды делал ему выговор. Это я сломал ему руку. Ты сказал, что упал и сломал руку. Нет, брат, это... Ты не послушался, когда я сказал не увиливать за девушками. Мы должны защищать девушек нашего района. Это будет последнее предупреждение. Если мне еще раз пожалуются на тебя, я тебе уверяю, тебе мало не покажется. Дорогая, если он снова создаст тебе проблемы, позвони мне. Я приеду на место. Зачем ты геройничаешь? Мог бы сказать мне, что возникли какие-то проблемы. Как я могу молчать, когда у девушки, которую я люблю, проблемы? Что? Любишь? Ей ты это сказал? Ты должен сказать, стоит мне говорить ей это или нет. Эй! Попроси своих родителей прийти в благоприятный день, чтобы поговорить о свадьбе. Да! Да! Ты сказал брату, что любишь меня? А что же мне не скажешь? Когда твой брат узнает, он разлучит нас и поколотит меня, наняв хулиганов. Ты же не сможешь этого вынести. Хорошо. Теперь говори. Что? Эй, ты сказал, что скажешь, когда брат согласится. Эй, дворака! Иду, мама. Эй! Эй, мой брат сам врежет тебе без хулиганов. Смотрите. Все готовы? Улыбочку. Это первое. Элла. Дивья.
Хорошо. Эй, он сделал это всего раз. Почему ты смотришь беспрестанно? Кришна, позови Дивью. Сколько еще он будет пялиться на нее? Дивья! Подойди. Ты иди, мы сами справимся. Удачи, старик. Мои друзья хотят поговорить с тобой. Иди поговори, скоро вернусь. Эй, а о чем они хотят поговорить? Что им нужно? Твой номер телефона. Зачем? Чтобы скинуть видео. Какое видео? Интимное видео, твое и Кришны. Я тебе дам, негодяй. Ударь меня, ударь. Слушай, Дивья, тебе нечего бояться. Мы не используем то, что уже использовали однажды. Обещаю. Не я один. Он тоже. Он неустанно смотрит это видео каждый день. Эй, мы с Кришной говорили. Он согласился. Он сказал, что не против того, чтобы жениться на тебе. Мне не нравится умолять тебя. Или же угрожать тебе этим видео. Эй, это должно быть сделано с твоего согласия. В том же Махабалипураме. На том же курорте. И в том же номере. Ты ведь приедешь? Ты должна прийти. В том же Махабалипураме, на том же курорте и в том же номере. Ты ведь приедешь? Что творишь? Эй, Дварака, скажи, что любишь меня. Или я сам себе испепелю и обниму тебя. Либо мы будем жить вместе, либо умрем вместе. Отпусти меня. Мне очень страшно, Гуна, пожалуйста. Тебе страшно? Страшно? Я отпущу тебя, если ты скажешь своему брату, скажи, что любишь меня. Тогда скажи, что любишь меня. Отпусти меня, Гуна. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Ты ведь не изменишь потом своих слов? Ладно, иди. Эй, Дварака. Я люблю тебя. До сих пор я боролся как личность. Я боролся, подавая петицию. Боролся, собирая народ. Теперь мы будем бороться в суде на законных основаниях. Я не оставлю это так. Я занимаю высокий статус в этом обществе. Люди, называемые социальными активистами, пытаются испортить мое имя, отбирая у кого-то деньги. Я сделаю все по закону. Спасибо. Ты чего вернулась так рано? Эй, госпожа, не желаете говорить? Дварака, налить тебе чаю? Зачем ты заперла дверь? Эй! Почему ты молчишь? Эй, скажи что-нибудь! Дварака! Эй! Что ты делаешь? Не надо, дорогая! Господи, нет! Кто-нибудь, спасите ее!
Кто-нибудь, пожалуйста, спасите мою дочь. Она пытается повеситься. Кто-нибудь, спасите мою дочь. Скорее, брат, скорее. Какая комната? Это она, это. Открывай, брат, открывай скорее, господи. Дварака. Позвони ее отцу, я буду ехать сзади. Хорошо, поспеши. Эй, ребятки! Давайте, ко мне! Эй, Арумугам! Все сюда, сюда! Ешьте, ешьте, налетайте! Эй, не ссорьтесь вы, не ссорьтесь! Ловите! Эй, Ракхупати! Твоя дочь пыталась повеситься. Ее доставили в больницу. Поезжай скорее. Боже! Моя дочь! Ты грешница. Почему ты так поступила? Прости, папа. У меня нет другого пути, папа. Меня обманули. Ты вообще соображаешь, почему ты на это пошла? Я не знала, что делать, брат. Я испугалась. Ты пришел посмотреть, жива она или мертва? Она жива, папа. Ты убьешь ее сам, папа. Ты сказал, что с нами ничего плохого не произойдет, если мы никому не причиним вреда. Видишь, она пыталась покончить с собой. Ты не можешь спасти свою семью. Брат. Что ты за полицейский такой? Иди и будь послушным для своего начальства. Иди. Папа, пожалуйста, останься. Папа. Спасите мою дочь, сэр. Я разберусь, пану. Она в порядке? Как ей быть в порядке, сэр? Хоть я и полицейский, но я грешник, который не смог спасти собственную семью. Не говори так. Я приму меры. Сделайте все необходимое, сэр. Я все сделаю, иди. Я пойду. Сэр, спасите мою дочь. Сэр, вы ведь подали жалобу? Я все уложу. Государство платит нам за то, чтобы мы обслуживали всех вас. Ничего не бойтесь. Хорошо, ступайте. Алло, сэр, отец девушки подал жалобу на вашего сына. Это просто жалоба? Посмотрим. Сэр, она повесилась? Что ты сказал? Да, сэр? Минутку. Ступай. Приходи, когда позову. Да, сэр? Девушка мертва? Нет, нет, она вне опасности. Ты возбудил дело? Еще нет, сэр. Но если СМИ прознают, вы станете заголовками сегодняшних газет. Как зовут девушку? Диви, сэр. Ее отца зовут Ракхупати. Он работает на крокодиловой ферме. Ладно, брось, я займусь этим. Брат! Чего? Инспектор хочет поговорить с тобой. Дай. Да, сэр. Кто подал жалобу? Нет, сэр, я сделал замечание своему брату. Он бы этого не сделал. Послушай, Сильвам. На меня давят сверху, чтобы я тебя убил. Поэтому я поймал парня из твоего клана. Пытал его. И заставил выступить против тебя. Полицейский департамент так и ждет, чтобы убить тебя. В этот момент ваш брат был пойман по делу девушки. Да еще дочери полицейского. Если дело возбудят, то не только я, никто другой
не сможет тебя отмазать. Что же мне делать теперь, сэр? Ты должен договориться. Уговори их и заставь отозвать дело. Ты сможешь снова срубить деньжат, если проиграешь, Сильван. А жизнь не вернуть. Жизнь важнее, Сильван. Парисутам, парисутам, парисутам. Это моя единственная работа, смотреть, что он делает. Это моя собственность на несколько поколений. Я бы не позволил вынуть из него даже кирпичик. Если с ним что-нибудь случится, нам придется отвечать за это дело. За что? Предлагаешь мне упасть к его ногам? Сэр, нам нужен завод. Какой дом? Третий этаж. Где Гуна? Он здесь. Приветствую. Я не Дун Чизиян. Иди к маме. Иди сюда. Мама. Приветствую, сэр. Что вас привело сюда? Пойдемте, сэр, давайте поговорим. Возьмите эти фрукты. На что вы смотрите? Да, я хулиган. Но я пришел сюда, чтобы договориться. Эй, вы уже все сделали, что тут договариваться? Забирайте все и уходите. Спокойно, я умоляю вас, уходите. Послушайте, пожалуйста, уходите. Дай мне трубку. Держи, пап. У тебя еще есть какая-нибудь копия? Нет, папа. Видите? У нас есть только это. Других записей нет. Ребята сделали нечто непристойное. Если мы, взрослые, будем преувеличивать, не получится ли так, что мы сами загубим жизнь наших детей? Нечто непристойное, сэр? Моя дочь кажется вам непристойной? У нас, кроме друг друга, больше никого нет. Я не могу отозвать дело, сэр. Давайте сделаем то, что велит суд. Прошу вас, уходите, сэр. Моя компания никому не угрожает. Люди будут писать что угодно в Фейсбуке и в газетах. Все это неправда. Если на заводе нет проблем, зачем же вы пришли ко мне домой и говорите это? Многие семьи живут благодаря моей компании. Вы хотите испортить им жизнь? Вы обманываете всех, говоря, что дали работу многим людям. А о миллионах пострадавших вы знаете? Это место превратится в пустыню, где не сможет жить следующее поколение. Политики, правящая партия, оппозиция. Открыл ли кто-нибудь рот, кроме вас? Они могут получать от вас выгоду. Зачем им открывать рот? Люди невиновные. Пока они не ведают, что здесь происходит, вы сотрете здесь все и отправитесь в другое место. Мы должны страдать здесь до конца. Позволь мне кое-что сделать. Я проведу лечение вашего сына в Сингапуре. Я устрою вашу жизнь. Давайте договоримся. Что скажете? Позови Гуну. Эй, как ты смеешь входить в мой дом? Эй, Парус, я тебя зарежу. Эй, Парус. Пусти меня, мама. Парус, брось нож. Не горячись. Брат, я говорил тебе, зарежь эту собаку сам. У тебя есть все права. Сэр, дело не нужно. Ваш департамент ждет моего ареста. Если он побеспокоит вашу дочь, не повинуясь мне, его больше не будет ни в районе, ни даже в городе. Отныне он не побеспокоит вашу семью. Я решил отправить его жить в Мумбаи. Мы не будем отзывать дело. Что бы там ни было, давайте посмотрим в полицейском участке. Заберите все это и уходите. Он ведь сказал, вы все уходите. Послушайте, сэр, я никогда не подразумевал, что то, что сделали парни, было правильным. Да, это неправильно. Если дело предадут огласке,
то ежедневные газеты и социальные сети загнобят вашу дочь. У меня тоже есть дочь. Сегодня ваша дочь попыталась совершить самоубийство. Вы спасли ее. Что если, обнародовав все это, она точно так же решит покончить жизнь самоубийством? И тогда никто не сможет ее спасти. Поэтому я и говорю. Давайте договоримся. После чего эти парни никогда не покажутся на глаза вашей дочери. Я вам гарантирую. Что скажете? Эй, возьми обувь, брат. Эй, возьми, сказал. Сестра, возьми. Ударь его. Давай, прямо обувью. И только тогда до него дойдет. И мой гнев утихнет. Ударь его. Давай. Чего смотришь? Ударь его. Дивья, ударь его. Бей. Ударь его тапком. Парисута, рассмотрение этого дела в законном порядке никогда не закончится. Дай. На каждой карте по 25 лакхов. Просто оставьте их для своих расходов. Какой пин-код? 4 восьмерки. О, шикарное число. 4 восьмерки. Припаркуй автомобиль в сторонке. С нашим-то статусом мы не должны были ехать к нему, босс. СМИ сделали его сейчас весьма популярным. Если вы тронете его сейчас, то что? Вы не станете членом парламента. Вы утратите авторитет в народе. Ты послушай меня, старик. Давай бросим это дело. И чем же займемся? Развлечемся игрой в крикет? Я поговорил с ней из-за тебя. Твой отец дал ей тапок и попросил ее ударить меня. Если я брошу, мой брат плюнет мне в лицо. Что ты намерен делать? Что он задумал? Эй, Гуна, брат говорит из-за доброты. Эй, что ты там надумал? Я подумываю похитить ее. Я похищу ее. Попроси Рэви приехать. Давайте похитим Парисутаму. Подожди, подожди! Запрыгивай! Куда тебе? Чинай, брат! Брат, он в автобусе. Я сижу за ним. Я тоже еду за автобусом. Давайте похитим его в безопасном месте. За дело, брат. Иди, делай то, что я сказал.
Приятель, она пришла. Она идет по улице. Эй, выруби свет. Автобус остановится тут на 10 минут. Кто хочет в уборную, кто проветрится, идите. Может, купим вам что-нибудь поесть? Не нужно. Ладно, схожу в уборную. Идите. Садитесь, сэр. Где тут туалет? Прямо, а потом направо, сэр. Парису там. Автобус сейчас тронется. Все вернулись? Мой сосед еще не пришел. Идите, приведите его скорее. Эй, где тут уборная? Вон там, сэр. Парисутам. Парисутам. Мама, почему ты здесь сидишь? Сестра ушла в аптеку, она еще не вернулась. С ума сошла? Зачем отправила ее в такое время? Нет же, она уже 2 дня сидит дома. Она сказала проветриться и придет. Я разрешила, это же рядом, но она еще не вернулась. Я звонила ей, она не отвечает. Сейчас посмотрю. Давай, давай. Быстрее, давай. Блин, зарядка садится. Брат, Дварака приходила? Нет, а что такое? Мама сказала, что пошла в аптеку. Она еще не вернулась, поэтому... Брат, погоди, я тоже пойду. Сколько времени нужно, чтобы вернуться из аптеки? Ты нормально проверил? Я внимательно проверил, она там. Эй, Парус, что он здесь делает? Слушай, чувак, давай уйдем. Дварака приходила? Да, она приходила, но сразу же ушла. Что такое, брат? Эй! Мама, Дварака вернулась домой? Я велела ее тебе привезти, а ты меня спрашиваешь. Ее разве нет в аптеке? Нет, мам. Он сказал, что она пришла и ушла. Мне страшно. Мне рассказать папе? Мам, не волнуйся, я сам со всем разберусь. Ладно, давай. Брат, что такое? Дварака еще не вернулась домой. Не вернулась? Гуна будет здесь? Да, брат. Ладно, поехали. Какой придурок снял корпус с предохранителя? Эй, возьми, попробуй позвонить Двараке. Эй, куда мы едем? На мой завод. Никто не подозревал, что за городом есть такое место. Брат, что такое? Ее телефон недоступен. Недоступен? Эй, приведи его. Борись ты через Facebook или Twitter, то как минимум сохранил бы себе жизнь. Ты превратил меня в убийцу, Парисутан. Хорошо, брат.
Эй, старик! Чего? Эй, это не она! Что ты говоришь? Эй, она убегает! Как так? Как она тут оказалась? Сам не знаю, чувак, не знаю. Догоните ее! Эй, быстрее! Парисутан, тебе не страшно? А чего бояться? При мысли о такой жестокой смерти. И что? Я единственный, кто умрет. Ты будешь жить вечно? Ты умрешь еще более безжалостно, чем я. И тебя придет кто-то убить. Тогда ты увидишь меня. Эй, вы что тут забыли? Кто эта девушка? Зачем он привел ее сюда? Она тоже стала свидетелем. На что уставились? Она очевидец. Убейте ее! Эй, стой! Беги, чувак, беги! Внутри никого нет. Что теперь делать? Позвони еще раз Дварике. Телефон занят. Занят? Ладно, садись. Ну же, папа, возьми трубку. Дварика, где ты? Папа, где ты? Не слышу тебя! Где ты? Папа, слышишь меня? Что произошло? Папа, что там случилось? Папа, ты меня слышишь? Папа! Дварака! Папа! Папа, что случилось? Куда она делась? Брат. Брат, звонят. Алло? Парус, ты где? Отец попал в аварию. Что ты сказал, дядя? Я везу его в больницу. Приезжай скорее. Я скоро приеду, дядя. Хорошо. Брат, в чем дело? Папа попал в аварию. В аварию? Где она? Нигде не видно. Она должна быть где-то тут. Посмотрите там. Ты иди туда, я пойду сюда. Она не могла никуда деться. Она не могла никуда уйти. Пожалуйста, пожалуйста, Файзал, возьми трубку, пожалуйста. Боже. Файзал, мне нужна помощь. Отправь это сообщение брату. Эй, давай, отдай телефон. Кто он?
умоляю. Ее поймали? Да, поймали. Как долго она нас дурила? Брат, ее поймали. Она отправила голосовое сообщение этому парню. Она успела удалить его перед тем, как я схватил телефон. Брат, я его знаю. Он из моего колледжа. Сэр, он не должен прослушать это сообщение. Если прослушает, то ему не жить. Брат. Брат. Мой брат. Скоро придет. За всеми вами придет. За всеми вами, брат. Что это? Она говорит, что кто-то придет за нами. И кто он? Брат. 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 Пусть придет. Я посмотрю. Брат! Приятель, смотри, кто это? Маори, дядя. Ответь на звонок и включи громкую. Говори, Маори. Элла. Есть важное задание. Взгляни на фото, которое я отправил тебе. Дружище, посмотри, что там? Посмотрел? Да. Ничего не спрашивай об этом парне. Через 10 минут после открытия банка на твой счет будет зачислено 2 лакха. Его телефон выключен. Убей его до того, как он включится. Понял, Мари? Ты поручил это мне, я займусь этим. Эй, Парус, где она? Где моя дочь? Где она, Парус? Что случилось с Дваракой? Мы искали ее везде, но не смогли найти. Мы даже обратились в полицию. Друг! Подойди. Уже 6 утра. Я все обыскал, но не смог найти ее. Что нам теперь делать? Брат, что если Дварака звонила мне? Я сбегаю домой за телефоном. Ладно, иди. Чего? Я везде искал. Мне кажется, его тут нет, дом тоже заперт. Смотри, это не он? Эй, он самый.
почему телефон все еще не включился? Зал, мне нужна помощь. Отправь это сообщение моему брату. Парус! Парус! Наша дочь мертва. Дворака лежит мертвая. Нет, нет, нет. Боже, Дворака. Моя дочь покинула меня. Что произошло с моей дочуркой? Брат, это моя сестра, брат. Эй, не положено это видеть, уходи. Уходи, брат, я... Парус, все подготовки на кладбище завершены. Мы должны быть там в 3. Где Файзам? Я пытаюсь связаться с ним с самого утра. Его телефон выключен, а дом заперт.
சொந்தம் உன்னை தொலைக்க வா ஒரு வார்த்தை பேசு ஏங்கி தவிக்க மூச்சை நீதான் விட்டு உறங்க என்னை இழக்க உயிரின் உயிரே Я же просил тебя не отзывать дело, папа. Ты даже не попытался спасти ее. И мне не дал. Ты несправедливо убил мою сестру, папа. Нет, дорогой. Что это? Скорая помощь? Сэр, что произошло? Кто в машине скорой? Файзал. Файзал? Что с ним произошло, сэр? Не в силах вынести смерть вашей дочери. Он покончил с собой. Этот пес, виновный в смерти вашей дочери, прекрасно знал о последствиях задержания в полиции. Его сдали в суд. Пану, сэр, теперь у вас остался один сын. Позаботьтесь о нем как следует. Мне ничего не остается, сэр. Что будет, если я буду оплакивать? Моя дочь мертва. Как мне жить после этого? Он потерял одного ребенка из двух, которые у него были. Сейчас у него есть только ты. Позаботься о своей семье. Тетя, если вы сломаетесь, кто нас утешит? Чтобы плакать, нужны силы. Сначала поешьте. Не нужно. Он тоже не ел со вчерашнего дня. Дядя. Дядя, хотя бы вы поешьте. Я убил свою дочь. В тот день, когда она сказала по телефону «папа», мое нутро сжалось. Теперь я боюсь за своего сына Паруса. Он уже 2 дня блуждает, как безумец. Скажи ему, чтобы он все бросил. Что сказал отец? Попросил меня все бросить? Да. От того, что он сказал мне отказаться от всего, мы потеряли Двараку. Но я не брошу метели. Когда Гуна выйдет, я убью его своими руками. За этот гневный настрой все боятся, что с тобой что-то случится. Даже я боюсь видеть тебя таким. Не надо, пожалуйста, брось все. Послушай, метели, что я скажу. Хорошие люди побеждают, а плохие проигрывают. Такое бывает только в мифологии и кино. Но не стоит ожидать, что в жизни все будет так же. Чтобы спастись от бешеного пса, мы не можем даже бросить в него камень. Даже камень!
потому что придет синий крест и все остальные. Но если человека зарезать прямо посреди дороги, никто не придет ему на помощь. Это общество привыкло опускаться до власти, денег и политики. Если у нас есть власть и деньги, мы можем сделать все, что угодно, Метели. Мы никогда не должны бояться полиции, закона и суда. Не ходи туда, там хулиганы. Не ходи сюда, там убийца. Не дерись с хулиганом. Тогда сам станешь хулиганом. Давай отзовем дело и договоримся. Потому что я должен стать копом, да? Он назвал своего сына Парус, но со мной ничего не должно произойти. Мы все когда-нибудь умрем, Метели. Почему он не понимает этого? Я умру, если буду противостоять ему. А если нет, то не умру? Вопрос не в том, жить или умереть. Мы просто наблюдаем или сражаемся. Мы все равно умрем. Поэтому лучше сразиться и умереть. Она мертва. Что толку плакать дальше? Даже Будда рассердился бы, живи он среди нас. Я обычный человек. Если я не буду бороться, они убьют и нас. Да, Талапати. Сначала посмотри телек. Зачем? Все новости говорят о сестре. Что ты говоришь? Просто посмотри. Что такое? По делу об убийстве молодой девушки по имени Дварака, поскольку она повелась на лживую любовь и присвоила себе деньги, Гуна сдался суду, заявив, что убил ее. Неожиданный поворот в этом деле. Другой молодой человек Файзал, который был обманут ею, покончил с собой в 6:35 утра в Ченнаи. Что если Дварака звонила мне? Я сбегаю домой за телефоном. Сынок, уже 7. Я могу пойти. Господи, хоть бы девушка нашлась. Парус! В тот день? Да, Парус. У вас есть отчет о вскрытии Файзала? Да. Можете уточнить и сказать мне время его смерти? Сейчас посмотрю и скажу. Парус. Да, дядя. Он умер ровно в 6:35. 6:35? Дядя, но когда вы сказали, что сестра мертва, было 7. Но вы говорите, что Файзал умер в 6:35. Как он мог покончить с собой раньше, не выдержав горя ее смерти? Да, точно. Сэр, вот именно, дядя. Сэр, вчера я видел, как двое людей пролезли через окно в задней части дома. Эй, кто вы такие? Что вы тут делаете? Негодяй, я с вами разговариваю. Эй, стойте! Сэр, они убежали сюда. Покажите записи вчерашнего утра. Какое время, брат? 6:35.
Смотри, это он? Остановите. Сэр, это они, сэр. Брат, увеличь их лица. Минутку. Парус, мы тоже считали, что он покончил с собой, верно? Они убедили нас в этом. Что теперь делать? Пойдем в полицию? На что ты рассчитываешь в полиции? Неужели ты не видел? Как в тот день бросили в тюрьму невиновного? Они ничего не сделают. Ничего не сделают? Они должны выяснить, кто, если не они. Мы выясним. А что, если я выясню? Мы должны выяснить это только после того, как станем полицейскими. Парус, послушай меня. Человека на фото зовут Джозеф. Он родом из Тутукуди. Он был дважды арестован по делу Гундаса. На него заведено 4 дела об убийстве. Кого вам? Джозеф здесь, я приехал из Чинай. По какому делу? Вы можете позвать Джозефа, хочу поговорить с ним. Таких здесь нет. Кто там? Не знаю. Он разыскивает тебя с поля из Чинай. Приехал из Чинай для встречи со мной? Он смахивает на копа. На копа? Ты сказал, он пришел с пулей. Но я не слышал ни звука, летящей назад пули. Джозеф. Эй, эй, куда ты идешь, эй? Ты убил Файзала, верно? Не убивал! Ты убил Файзала! Погоди! Да, я убил его, да, это был я! За что? Не знаю! За что? Отвечай! Я скажу! Мари! Он перевел деньги на мой счет и поручил мне убить парня! Поэтому я убил его, ничего не зная! Где сейчас Мари? Не знаю! Отвечай! В Тирунелвели! Тирунелвели! Отпусти меня! Эй, ты спятил! Стой! Пожалуйста, стой! Thank you.
Брат, да? Кто здесь Мари? Мари? Там... парень в зеленой рубашке. Это Мари. Мари. Ты Мари? Не я. Посмотри туда. Тот лысый. Мари. Мари. Это он. Ты Мари. Эй, братец Чинай, один из нас 16 здесь, Мари. До того, как ты найдешь его, ты будешь убит. Из 16 человек, находящихся тут, я ударю только Мари, если он выйдет вперед. Если нет, то я побью всех вас. Эй, мы разговариваем, а ты осмелился угрожать нам. Эй, идите, завалите его! Эй! Кто здесь Мари? Отвечайте, ублюдки! Кто Мари? Отвечай! Если не скажешь, это он! Он! Он Мари! Он Мари, он! Это он! Почему ты приказал убить этого парня? Говори! Я ничего не знаю. Мохан из Вирудунагара поручил мне эту работу. Он перевел 4 лакха на мой счет и сказал мне взять 2 лакха и поручить работу кому-нибудь другому. Я просто поручил работу. Я не знаю, за что и почему он поручил мне убить этого парня. Дай мне данные своего счета. Зачем? Дай, сказал. Что случилось? Где ты? Они перевели деньги между множеством людей, Митили. Джозеф указал на Мари. Мари указал на Мохана. Никто из них не знал, кто именно поручил эту работу.
Парень на этом фото ищет твое местонахождение. Джозеф мертв. Он выдал меня. Я не знал, что делать, Мохан. Я рассказал ему о тебе. Он ищет тебя. Я отправил тебе данные его счета. Проверь с его счета транзакции, сделанные другим лицам, и сообщи мне. Парень на этом фото ищет твое местонахождение. Джозеф мертв. Он предал меня. Я не знал, что делать, Мохан. Я рассказал ему о тебе. Он ищет тебя. Сэр, парень на этом фото ищет наше местонахождение, перехватывает каждую связь. Когда девушка умирала, она сказала, что ее брат придет отомстить. Это он. Позвони Рави. Анвар, Рави. Босс, где сейчас этот парень? Он направляется на встречу с Моханом в Вирудхунагар. Спасибо, сэр. Сестра! Сэр! Исалиманбу перевел 6 лакхов Мохану в Вирудхунагар. Транзакция была проведена через интернет. Если спросить Анбу, кого он назовет? Атура из Сент-Хилла, босс. Митили, Мани из Перундурая перечислил деньги на счет Сент-Хилла. Если расспросить Мани, кого он назовет? Сивама из Намаккала. Кто ты? Сивама из Намаккала. Да, хорошо. Митили, Давид из Мусири перевел деньги Сиваму в Намаккале. Рави спрашивает, что ему делать. Рави, наконец, где окажется цепочка? Гумати, босс. Если спросить у Гумати. Он расскажет обо мне, босс. Я на тебя надеюсь, Рави. Он не доберется до меня через тебя. Заметили. Вся сумма была зачислена на счет Рави. В течение следующего получаса деньги поступили на счет всей сети. Если ты допросишь Рави, мы получим ответы на все вопросы. Поезжай в Чинай. Хорошо, я приеду. Его следующая цель — Рави. С Рави ничего не должно произойти. Обеспечьте безопасность Рави. Что? Хорошо, сэр? Бабушка, а где здесь дом Рави? Дом Рави? Да, вон тот дом. Брат, где живет Рави? Вот тот, второй дом. Пойдем. Что произошло? Как это? Он поскользнулся в ванной, получил удар по черепу и умер. Ладно, пошли.
Эй! Как же так? О чем ты думаешь? О смерти Рави? Рави умер неестественной смертью. Он был убит. Не понял. Как это понимать, когда мы ищем кого-то, но он умирает раньше? И как? Кому-то не нравится, что мы отправляемся на поиски каждого человека. Не мог бы ты объяснить мне подробно? Тот, кто не хочет быть втянутым в какую-то проблему, дал ему денег и велел убить Файзала. Он поручил эту работу другому человеку. Он поручил другому, тот другому, другой другому. И, наконец, работу выполнил он. Джозеф. Да. На случай, если его поймают, он выдаст другого, и следующий выдаст другого, а тот выдаст другого. Но перед тем, как выдать его, этот человек убивает его. Ты имеешь в виду Рави? Да. Только Рави знает, кто он. Если бы мы сегодня встретили Рави, то наверняка бы его поймали. Они пошли на такой большой риск и убили Файзала. Но одно очевидно. За всем этим стоит какая-то важная фигура. Неважно, кто он. Неважно, где находится. Неважно, насколько он велик. Я обязательно найду его. Как зовут этого парня? Парус. Как? Парус, сэр. Парус. Это эмоционально, когда кто-то умирает дома. Но через несколько дней эти эмоции улягутся, и он начнет жить обычной жизнью. Но вместо этого он посещает все те места, где мы уже бывали. У него нет страха, сэр. Я думаю, стоит ли ему умирать в таком юном возрасте? Разве эти юноши не боятся смерти? Он не думает о своих родителях, что они останутся одни, если он умрет. Пощадит ли нас этот тяжкий грех? Сэр, это не проблема. Если исповедаться в церкви, все будет хорошо. В чем дело? Телепати. Копы изъяли телефон Файзала, когда он умер. Не знаю, а что? Я думаю, может, между смертью моей сестры и смертью Файзала может быть какая-то связь. Гуна ведь сдался, признав себя виновным в смерти сестры. Проклятие. Что такое? Той ночью сестра пропадает. Папа попадает в аварию, когда она звонит. Файзал идет домой за телефоном. Я заблокировал ее номер. Ты подумал об одном? О чем? Все эти происшествия связаны с телефоном. Если раздобудем его телефон, тогда получим ответы на все вопросы. У кого его телефон? У Нитираджана. У него? Тогда поехали в участок. Поехали! Посмотрим. Зачем ты... Сэр, поговорим позже. Сэр, как умер Файзал? Самоубийство. С чего вы взяли, что это самоубийство? Доктор выдал заключение. Сэр, сколько таких заключений вам нужно? Сэр, если Файзал совершил самоубийство, вы нашли мотив? Дайте мне телефон Файзала. Мы не нашли телефон. Он умер, и его телефон пропал. В дом проникли два человека. Сэр, как вы установили и закрыли это дело как самоубийство? Снимите очки и повторно откройте дело, сэр. Сынок, мне лучше не снимать очки. Но, как ты сказал, я не могу снова открыть дело. Нужно сообщить начальству, и оно должно дать добро. Существуют определенные процедуры. Ты собираешься стать полицейским, а твой отец полицейский в этом участке. Спроси его, он тебе расскажет. Сынок, мы разберемся с этим. Но на всякий случай, если, как ты и сказал, в дом проникли люди, я обязан найти их и привлечь к ответственности. Сэр, вы не сможете этого сделать. Почему? Потому что... он уже мертв. Как вы и сказали, я вступлю на службу. Но сперва я выясню, кто виновен в смерти моей сестры и того парня. Вы верите в Бога? Да, верю. Лучше хорошо помолитесь, чтобы я не узнал, кто за этим стоит. Wow.
Чтобы скрыть происшествие, мы одно за другим совершили 4 убийства подряд. Пост члена парламента является повесткой дня почти 3 поколений. Этот бродяжка не должен выкопать ничего на меня. Он никогда не должен подумать о том, чтобы предстать передо мной. Тогда подумай, не оставили ли мы следов девушки? Доброе утро, сэр. Если ты поручишь ему, он выполнит все идеально. А вот и он. Дружище, ну что, получилось? Парень, много формальностей, которые надо соблюсти. Зараза! Я только что рассказывал ему о тебе. Ты сможешь или нет? Я смогу. Тогда займись этим. Мне нужна подробная информация о том, на какой станции произошло преступление. Номер преступления, копия дела и письмо от должностного лица. Только тогда я смогу официально приступить к делу. Иначе это очень сложно. Карти, пожалуйста, пойми ситуацию. Мне надо знать, что на этом телефоне. Сделай что-нибудь. Сделать это легально очень рискованно, Парус. К тому же программное обеспечение, используемое в нашем отделе, устарело. С ним, если я попытаюсь восстановить существующие файлы, они будут повреждены. Но иногда отдаем работу на аутсорсинг частным лицам. Хакеры, у них есть передовое программное обеспечение. Ладно, ты можешь узнать и сказать, с какой вышки последний раз звонила Дварака? Что, тебе нужно получить разрешение начальства для этого? Если каждый раз спрашивать разрешение, то девушки будут умирать постоянно. Ладно, брось, пойдем сначала встретимся с хакером. Да, брат. Мне надо обсудить с тобой важный вопрос, брат. Брат, моя бабушка умерла. Можем поговорить завтра? Я знаю. Мы сейчас ждем возле твоего дома. Ладно, погоди, я иду. Хорошо, брат. Дядя, я скоро вернусь. Прости, брат. Это срочно, поэтому я и беспокою тебя сейчас. Это мои друзья. Привет. В чем дело? Нам нужна вся история разговоров между его сестрой и ее парнем. Как это возможно в такое время? Хорошо, дай мне телефон твоей сестры. Телефон потерялся. Его трудно найти, брат. Это очень срочно. Тогда спросите его сестру напрямую. Она мертва. Сколько было твоей бабушке? 75. А его сестре 21. Подумай о его агонии. Мы метаемся как ненормальные, не зная причины ее смерти. Прости, брат. Если бы у тебя был телефон, то с помощью программы восстановления я бы достал информацию. Но ты сказал, телефона нет. Разве ты не знаешь, как нуден этот процесс? Да, мы знаем, брат, но ты можешь это сделать. Прошу, помоги нам. Брат, все, что мы сохраним в интернете... Минутку. Все сохраняется в базе данных. Эти данные хранятся в облаке. Облако — это просто виртуальное... Слушай, мы ничего не поняли. Когда ты сможешь дать нам данные? Последние ритуалы с бабушкой в 7 утра. Могу я передать данные после? Ладно. Парус, последний раз сигнал телефона Двараки был отслежен в лесу Паранур, недалеко от Чингалпета. В лесу Паранур. Майк, тот, что принадлежит Парису Таму? Пошли. Дядя. Да, Парус. Подай заявку, чтобы устроить мне завтра встречу с Гуной в тюрьме. Ладно, Нитираджан должен знать это. Хорошо, я устрою. Он, должно быть, спятил. Вместо того, чтобы сдаться... Эй! Что ты там бормочешь? Он пытает меня за смерть своей сестры, сэр. Он просит меня подать прошение о встрече с Гуной. Я что, слуга? Иди давай.
Парус, я передал прошение. Спасибо, дядя. С кем хотите встретиться? Сэр, хочу встретиться с Гуной, который арестован по делу девушки. Да, сэр. Он испортил нам работу сегодня утром. Вылезай. Вымой ноги и иди в дом. Сколько? 150 рупий. Брат, долго ждешь? Да, ничего страшного. Данные с телефона. Прости, брат. Подожди 10 минут, я приму душ и постараюсь все восстановить. Ладно. Что ты лопати? Сегодня утром Гуна перегрыз электрические провода в тюрьме. Что ты сказал? Он умер. Брат, я перезвоню. Ты получил данные? Прости, брат, я думал, это простое дело. Кто-то взломал сервер до меня и удалил все данные. Кто-то не хочет, чтобы ты что-то слышал или видел. Сэр, подать еще чапати? Хватит. Сэр, я взломал сервер утром и удалил все данные, сэр. Ни один эксперт не сможет восстановить данные с этого телефона. Сэр, почему вы все еще жалеете его? Мне послать хулиганов из другого штата или что-то сделать? Он мальчишка, сэр. Что? Мальчишка. В Тирунелвели 16 человек напали на него. Вы не знали? И все до сих пор лежат в больнице. Если кто-нибудь тронет его, он умрет. Иначе он примет его за проводника и придет. Нити. Сэр, кто опасно? Змея, преследующая крысу? Или крыса, преследующая змею? Змея опасна, сэр. Нет, опасна крыса. Добыча змеи – одна крыса, но добыча крысы – целое поле. Понял? Если я пощажу его, он будет копать доказательства, чтобы доказать СМИ. Тогда вся моя империя рухнет. Если я не стану членом парламента, мой отец умрет. Пока я им не стану, он не должен ничего обо мне узнать, поэтому я разработал план. Но что ты наделал? Убил Гуну и косвенно сказал, что я стою за этим. Мы устроили ему ловушку, а он расставил нам сеть. Вы пошли добровольно и попали в ловушку. Сэр, мы в западне? Сначала ты, потом он, и, наконец, я. Сэр, неужели нет другого способа спастись от этого? Да, есть. У нас есть одно решение. Мы должны совершить убийство. Сэр, лучше сделайте это. В пенсионном возрасте из-за жадности к деньгам я совершил ошибку. Сэр, устройте так, чтобы я наконец-то вернулся домой с добрым именем. Эй, давай без шума. Завтра в партийном офисе состоится собеседование для вас. Я включил ваше имя в список, несмотря на многочисленные возражения. Поскольку я работаю в секретариате, я оказываю вам эту помощь. Не упустите эту возможность. Ладно, остальное за мной. У меня завтра утром собеседование. Сегодня последний день для него. Как только я займу этот пост, крыса должна быть убита. Ты мучила меня все эти дни. Вот ты и попалась. Что это, мама? Крыса. Она попалась. Мама, что ты будешь с ней делать? А что мне делать? Собираюсь утопить. Мама, это грех. Отдай мне. Эй, Парус, брось ее подальше от нашего дома. Дварака, Файзал, Джозеф, Рави и сегодня Нитираджан. Эй, Парус, о чем ты думаешь? Что планируешь?
Метели, ты заметила? Куда бы я ни пошел, кто-то приходит раньше и уничтожает все улики. Моей последней надеждой был хакер. Он старался как мог и в конце концов сказал, что не сможет. Каким бы большим преступником он ни был, он бы оставил следы без своего ведома. Но они не похожи на других. Не знаю, как я найду их. Ты найдешь. Ты знаешь, что делает эта крыса? Она роет дыру в полу из соседнего дома и проникает в наш дом. Но эта крыса не сможет проделать отверстие в полудюймовом куске дерева. А знаешь почему? Потому что голова кипит от напряжения. О нет, я попалась, слишком сильное давление. Но если думать спокойно, то легко может выйти. Ты тоже, как и крыса, попал в ловушку. Думай спокойно. Твоя сестра пострадала. Он убил юношу. Мы должны его найти. Только не бросай его. Ты найдешь его. Порус, весь мир придет к тебе за советом. Но никто не придет, чтобы подсказать решение. Ты должен найти его сам. Мари! Мари! Он перевел деньги на мой счет и попросил меня убить его. Сегодня утром Гуна перегрыз электрический провод в тюрьме. Парус, последний раз телефонный сигнал Двараки был в лесу Парану, возле Чингалпета. Брат, если тебе нужна девушка для интима, почему ты не заплатил ей? Зачем ты ее похитил? Мы не похищали ее, дедушка. А другую девушку. Что ты сказал? Да, брат. Мы шли похитить другую девушку. Я не сказал тебе, потому что ты отругаешь меня, если узнаешь. Эй, позвони всем своим дружкам. Нала, что произошло в этот день? Брат, у нас было видео с Дивьей и Кришной. Мы угрожали ей с этим видео. Она подала жалобу в участок. Чтобы попросить отозвать дело, мы пошли вместе с отцом Гаутама. Мы старались как могли, но ей не удалось убедить. У нас не осталось другого выхода. Отец Гаутама попросил ее ударить нас обувью. Но она ударила Эллу, брат. Я пропустил какой-то голос. Что это за голос? Мама, я сбегаю в аптеку и вернусь. Еще один голос. Сестра пошла в аптеку и еще не вернулась. Еще один голос. Да, она пришла и сразу же ушла. Все равно не хватает какого-то голоса. Что это за голос? Я пропустил какой-то голос. Что же это? Что же это? Что это? Не знаю, какой негодяй снял держатель предохранителя. Моя сестра зашла в аптеку и вышла. Какой-то придурок снял корпус предохранителя. Потом... Эй, Гаутам, как и где ты ее похитил? Брат, я следил за девушкой. Девушка знала, что ты следил за ней. Да, она видела меня. Увидев меня, она испугалась и ускорилась. Я стоял на углу улицы. Позвонил и сказал, что она идет. Нала, что ты тогда делал? Я и Элла стояли посреди улицы. Когда мы увидели приближающуюся Дивью, Элла велел мне вырубить уличный фонарь. Я пошел и сделал это. Майк, выходит, девушка видела Гаутама. Она боялась, что он навредит ей. Из-за страха она должна была искать защиты. Элла, поблизости был какой-нибудь магазин или дом? Подумай хорошо. Там была аптека, брат. Тогда, конечно, она зашла в аптеку. Если он пойдет в аптеку в поисках зацепки. Сэр, на записи с камер видно, как его сестра выходит, а другая девушка со страхом заходит внутрь.
Если ее спросят, почему она боялась, она расскажет о нашем брате, сэр. Если его поймают, мы все попадемся, сэр. Похитьте девушку, пока он ее не нашел. Чего она испугалась, когда входила? Я не знаю по-русски. Я спросил ее. Она сказала, постоит, и за ней придет отец. Тогда я занялся своими делами. Ты знаешь, где она живет? Это рядом, 4-й дом на соседней улице. Брат, это дом Дивьи? Да. Дом заперт. Вы знаете, куда она пошла? Она пошла в коучинг-центр. Вы знаете, где он находится? Не знаю. Ладно, а номер ее вы знаете? Да, знаю. Какое дурацкое занятие. Мы сегодня слишком задержались. Эй, перешли мне записи. Ладно, я перешлю. Ладно, пока. Увидимся. Пока. Это центр? Да, брат. Как зовут девушку? Дивья. Ты оставайся, а я пойду проверю. Кто вы, сэр? Дивья здесь? Занятия только закончились, она ушла. Когда ушла? Минут 10 назад. Алло, Дивья. Алло. Кто ты? Меня зовут Парус. Дивья, слушай меня внимательно. Дивья, алло. Алло, алло, слушай меня. Алло, алло. Дивья, где ты? Пожалуйста, послушай. Алло, кто вы, сэр? Я вас не слышу. Дивья, ты меня слышишь? Сэр, у меня батарея садится. Могу я узнать, кто вы? Алло. 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 Номер, на который вы сейчас звоните? Как несчастный случай. Твоя задача — просто опознать девушку издалека. Ты понял? Понял, брат. Брат, это она. Эй, девушка, идущая впереди, она цель. Убей ее без следа. Есть!
Эй! Она все еще жива! Убейте ее! Диви, надеюсь, ты в порядке. Я отвезу тебя в больницу. Я хочу узнать кое-что. В тот день в аптеке. Брат! Дивья, Дивья, посмотри на меня, открой глаза. Мы в больнице, все будет хорошо. Дивья, посмотри на меня. Дивья, почему ты в тот день со страху забежала в аптеку? Я поймаю их, только если ты скажешь. Дивья, врачи здесь, они спасут тебя. Ни о чем не переживай, Дивья. Дивья, дыши спокойно. Дивья, Дивья, открой глаза. Дивья, с тобой все будет хорошо. Все будет хорошо, дорогая. Дивья, будь смелее. Дивья. Доктор, что произошло? Я ничего не смог сделать, сэр. Она умерла? Чувствуется только пульс. Эта девушка что-нибудь сказала? Я проиграл, Метели. Я проиграл, Метели. Я проиграл. Проиграл! Мы победили, сэр. Мы в безопасности. В дальнейшем у вас не будет никаких проблем. Девушка больше ничего не скажет. И никогда не заговорит. Лучший подарок на день рождения, брат. Какой еще подарок нужен? Теперь разрежь торт. С днем рождения тебя! С днем рождения, сэр. Это лучший подарок на день рождения для вас. Спасибо, Майк, спасибо. С днем рождения, Недун Чизиян, сэр.
Брат, я умру. Если я умру, то это из-за владельца химзавода Ветха, Недунчизияна. Меня похитил Эланчилиян и его дружки, учившиеся в моем колледже. Когда я сбежала от них, я видела, как Недунчизиян убил... Брат! ...общественного активиста Парисутама. Сейчас они все гонятся за мной и хотят убить. Мне очень страшно, брат. Я восстановил его, брат. На днях ты сказал мне. Я восстановил. Тот, кто убивает других ради жизни, зверь. Теперь все эти звери окружают меня. Брат, не щади никого. Позаботься о родителях. Если отец сердится на тебя, пожалуйста, терпи. Он очень любит тебя, брат. Скажи маме, чтобы обязательно принимала таблетки от диабета. Мне жаль покидать вас всех. Мне жаль покидать вас всех. Я скучаю по тебе, брат. Господи! Дворка. Что теперь делать, сэр? Что можно сделать? Все кончено. Я должен сразиться с ним. Другого пути нет. Пока он не пришел за мной, я позову его. Это честь для меня. Папа, если тебе нужен твой отец, приходи туда, где умерла твоя сестра. Кто ты? Ты ведь должен открыть дверцу машины и поприветствовать меня. Из-за проблемы с твоим сыном мы были вынуждены привести тебя сюда. Твой сын не успокоится? Он копает глубоко и приближается ко мне. Чего уставился? Это я убил твою дочь. Да, она стала свидетелем того, чего не должна была видеть. Что мне оставалось? Вы чертовы убийцы! Вы убили мою дочь! Я проклинаю вас! Судный день приближается к вам! Мой сын пришел! Сегодня вам конец! Иди, мой сынок! Парус! Мой сын, Парус! Иди, мой дорогой! Иди, мой дорогой! Иди, мой сын! Иди! Подонок, разрушивший нашу семью, стоит там! Он пытал и убил мою дочь. И смеет заявлять мне об этом. Ну иди же. Ты искал меня повсюду и наконец-то нашел. Теперь ты выяснил, кто я. Ты заслужил стать полицейским, Парус. Посмотри, посмотри на меня внимательно. Даже сейчас ты просишь меня уйти? Советовать тебе все бросить. Самая большая ошибка, которую я осознал только сейчас. Если ты оставишь их,
Сколько еще семей они разрушат? Как разрушили нашу? Парус, мне все равно. Станешь ты полицейским или же нет? Но сегодня все они должны умереть здесь. Я буду смотреть, стоя здесь. Иди и прикончи их. Иди и прикончи их. Иди, иди, иди. Ты проник в мою голову и не давал мне покоя. Иди, давай. Ты настолько храбрый, чтобы противостоять мне? Может ли бродяжка вроде тебя осмелиться противостоять мне? Ты забрел сюда, чтобы увидеть это лицо? Теперь ты увидел? Это конец для таких, как ты. Ты верно сказал. Вы остаетесь великими. Пока мы простые люди, все терпим. Но если мы начнем бить вас в ответ... Ты зверски убил мою сестру. Сколько еще девичьих жизней ты собираешься разрушить? Эй! Эй! Эй, пусти меня! Вставай! Если с моим братом что-нибудь произойдет, я тебя сотру с лица земли! Если ты мучаешься так из-за своего брата, представь, как мучился я, когда ты убил мою сестру. Босс! Не щади его! Не щади!
дела? Брат. Не стать тебе полицейским. После убийства стольких людей. Твоя жизнь закончена. Да, брат, Сильван. Если у тебя появится возможность отомстить тем, кто убил твоего брата Гуну, воспользуешься ли ты ею? Однозначно, брат. Тогда приходи к указанному месту. Брат, я совершил много страшных преступлений. Позволь мне очистить все это и обрести хоть немного покоя. Стань полицейским. Здесь не будет никаких следов от этого инцидента. Сэр, прошло 3 месяца с тех пор, как пропал мой сын. Какие действия вы предприняли? Семья полицейского сама не защищена, мистер Катамуту. Не забывайте, что вы разговариваете со старшим офицером. Никто тут не идеален. Пропал не только ваш сын. Пропал человек с большим статусом в обществе. Пропало человек 16. Пока у нас нет ни малейшей зацепки. Мы даже не знаем, живы они или мертвы. Будь они мертвы. Как можно избавиться от всех трупов? За этим стоит какой-то мастер разум. Где же он? Что он делает? Неизвестно. Но я найду его. Я найду его. Могу я войти, сэр? Входи. Сэр? Мои сертификаты, сэр. Парус. Что это означает? Парус — псевдоним Паруши Таман, сэр. Когда Александр вторгся в Индию, он собрал огромную армию слонов и поразил Александра. Это имя великого царя. Интересненько. Тогда давайте готовиться к войне. Да, сэр. Знакомьтесь, это наш суперинтендант, мистер Катамуту. Я знаю, сэр. Я видел в новостях, что его сын пропал 3 месяца назад. Смотрю, вы хорошо информированы. Да, кстати, ваш приказ о назначении. Да, вот. Парус, поздравляю. Спасибо, сэр. Не за что. Все кончено. Если бы я не отозвал дело, моя дочь не была бы в таком положении. Я уже недостаточно силен. Я состарился. Будь я сильным, я бы зарезал парней и скормил их крокодилам вперемешку с мясом. Я бы скормил их всех. Давай отдадим его матери и уйдем. Нет, Метели. Это будет помощь, пока они не знают.
Если они узнают, что мы это сделали, это станет рекламой. Мы же не хотим этого. Пойдем.